Следующий участник концерта еще совсем недавно защищал наше Отечество, будучи солдатом российской армии. А сегодня он снова наш студент. Встречайте, лауреат всероссийского конкурса «Дни гармоники в Забайкалье» Виктор Корнилаев. Класс профессора, заслуженного артиста России Сергея Федоровича Наика. Виктор Корнилаев исполнит концертный вальс Владимира Ушакова с загадочным названием «СВС». Лауреат всероссийского конкурса Виктор Корнилаев.